Вы на канале Анастасии Кальченко «Сделаем сами своими руками». И сегодня мы будем делать новогоднюю елочку. Мне для этого понадобится 429 зеленых модулей. Размер модулей 16-я часть от листика А4. Еще мне нужен будет клей проклеивать нашу елочку. Значит, елка будет состоять из 6 ярусов. Начнем с первого. В первом ярусе у меня 3 ряда по 9 модулей. В каждом ряду по 9 модулей. Берем 2 модуля, закрепляем его третьим модулем и так далее. Острым носиком на себя. Три ряда по 9 модулей. Первый ярус готов. Промажем все это клеем. Приступим ко второму ярусу. Для второго яруса нам понадобится 12 зеленых модулей. Тоже 3 ряда, только по 12 зеленых модулей. Тоже 3 рядочка по 12 модулей. Яруса мне нужно будет по 17 модулей в 3 рядах.
Итак, четвертый ярус. Три ряда по 11 зеленых модулей. Итак, четвертый ряд, значит, здесь три ряда по 11 модулей. Четвертый ряд мы модуль надеваем на один кармашек. Вот таким образом. Итак, по кругу должно быть 22 модуля. Пятый ряд 22 модуля, как обычно, на 2 кармашка. Итак, промазываем клеем. И приступаем к пятому ярусу. Итак, в пятом ярусе первые три ряда по 15 модулей. В первых трех рядах по 15 модулей. Четвертый ряд. Надеваем модуль на одним кармашком. Другой кармашек свободный. Должно быть 30 модулей. Вот таким вот образом. И пятый ряд, 30 модулей, как обычно.
И последний, шестой ярус, аналогично всем остальным, только в первых трех рядах будет 19 зеленых модулей. В первых трех рядах по 19 модулей. Четвертый ряд также надеваем одним кармашком. Будет 38 модулей. И пятый ряд 38 модулей, как обычно, надеваем все модули. И пятый ряд 38 модулей. И когда клей просохнет, будем собирать нашу елочку. Напомню, что на поделку у меня ушло 429 модулей. Клей подсохнет, будем собирать, а потом украшать елочку. Пока сохнет наша елочка, я решила сделать смесь для украшения. Разные блестки я смешиваю с клеем. Теперь этой смесью блестки и клей мы смазываем каждый ярус наш. Ярус был? Каждый модуль промазываем хорошенько. Оно высохнет и будет блестеть, как снежок на елочке. Thank you.
все промазали. Теперь это должно все высохнуть и получится вот так. Теперь каждый ярус нужно между собой склеить. Друг на дружку ставим и нужно склеить это все. Вот такая елочка у меня получилась. Клей этот еще весь высохнет. Она будет блестеть. Ну, уже блестит. Сверху я украсила бантиком. Вы можете украсить, чем вам нравится, что у вас есть под рукой. Все, всем пока. Всех с наступающим Новым годом. Пишите комментарии. Ставьте пальцы вверх. Всем пока!